Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, я в алмазной лиге на 33-м ранге. Продолжаем мы, ребята, играть. Будем играть сегодня за разгрома, а может быть еще за кого-нибудь. Посмотрим. Так, орех в доспехах против меня 26-го ранга. Ну что ж, давай посмотрим, кто кого. Трындец, надавали-то мне здесь. Но, в принципе, вот это еще поменять. И норм. Давай попробуем. Соперник утягивает стартовые карты заново. Так, пропускаем ход, нам все равно здесь нечего делать с тобой. Ну что ты там облизываешься, облизывается он. Это у нас какой-то Эдмо 12. Так, только не говори, что ты сейчас будешь тоже тупить, стоять здесь, а? Это плохо, ребята. Или опять нервомотатель у нас тут нашелся очередной, или я не знаю, ребят. Ну, сейчас посмотрим. Если он будет сдаваться... Ну, если он сейчас ничего не сделает, ребята, мы выиграем с вами, ну, что ж поделаешь. Вот такое вот у нас начало. Нет, это, по-моему, очередной нервомотатель, друзья мои. Судя по всему, сейчас я посмотрю. Если он сейчас ничего не будет выставлять, ребят, я, наверное, буду заново играть, потому что, ну, это фигня полная. Ну, ты понимаешь, да? Это я не буду включать тогда в основной наш видосик. Надо же, созревает. Так, ну что, я тогда сделаю следующим образом. Вот так. Будет пропускать ход он или нет? Или он поставит шипы? Все-таки шипы поставил, да? Я, в принципе, понял, ребята, его. Ну что же, давай тогда вызывать Йети. А он будет, наверное, свой фонарь сюда выставлять, да? Сейчас посмотрим, что он будет делать. Орех. Друзья, он поставил сюда орех. А мне кажется, что я знаю, что это за колода. Эта колода, по-моему, основанная на орехах. Чтобы быть точным. Давай я сделаю вот так. И вот так. Угу. И вот так. Ну, эту лужайку мы с тобой легко уберем. Понятное дело, что... У нас есть с тобой ландшафт. Ага. Значит, я прав, да? Все-таки лечиться собрался. На хилочках. Понял. Я тебя прекрасно понял, парень. Жалко, что я сейчас ничего сделать не смогу, конечно. Ну, хиляться я тебе тоже не дам. Так, пропускаем, поехали. Так, минусанулись. Это успел, да, хильнуться, типа? Ну, что я могу тебе сказать? Я могу тебе сказать... Нет, так не пойдет, ребят. Он же хильнется, гаденыш. Ну, чтобы он не хилялся, мы сделаем с тобой следующим образом. Так. Она же не спортсменка, это, по-моему, танцы, да? Это вечеринка зомби, да, это танцы. Ну, давай вот так вот сделаем.
Так, петушара. Петушара. Ну и что там задумался-то, я не могу понять. Ага, выставил орех. О, даже как. Понятно. Жалко, конечно, что этого зомби у нас уничтожат. Так, ну что, этого, наверное, мы будем выводить с тобой, да? Вопрос, как мы его будем выводить? Пока, если честно, даже не знаю. Сделаем вот так с тобой. Если он даже уничтожит, да, хильнется. Такое может же быть? Конечно, может. Такое и будет. Пропускаем ход. Угу. Чего-то он ничего не стал делать. Это очень странно. На самом деле... На самом деле это очень странно. Поехали. Так, что дальше? Что у нас с тобой идет дальше по прогнозу дня? Так, наверное, да? Сейчас он будет отхиливаться тут, это понятное дело, ребят. О, видишь, уничтожает зомби. Ну, давай, хиляйся. Ой, как будто тебе это поможет. Ну и что дальше? А, ну тебе это поможет. Ну, зомбобот, ребята, в помощь нам, как говорится, да? Вызываем его, что ли, да, получается? Ну, а что нам делать еще? Погнали. Тыч. Все, дохилялся, да, чувачок? Ох ты, алоэ у него, оказывается, еще есть. О, допустим. Погнали. Так, что он там, неуязвимка, наверное, у него, скорее всего, будет, да? Это вероятнее всего, ребята. Так, ну что мы с тобой дальше сделаем? Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, я могу, например, сделать вот так. Ага, арена. Потом сделать вот так. И вот так. Че он там? А, герой становится неуязвим. Окей. Так, ну что, мы вот этого чудика, да, с тобой, наверное, передвинем вот сюда. Чтобы он нам не мешался. Погнали. Так, дальше что? Какие дальнейшие у нас с тобой планы? У-у-у, все, ребят. Дальше все будет намного проще. Мы с тобой сделаем, естественно. А, он хочет захиляться. Он хочет захиляться, да, ребят? Угу. И все?
Нет, ребят, не все еще, оказывается. Так, восстанавливаем себе здоровье. Так, сейчас у нас срабатывает защита. Нет, не срабатывает. Так, врубаем. Угу. Так, минусуем. Да поехали уже, господи. Ну и все, и крышка. Прекрасно. Не получилось, короче, у ореха сделать его комбинацию на отхил. Чего-то у него не выпало, да, ребята? У него как бы были вот эти все перцы, но не было именно хила, чтобы он их мог прокачать. Ну, радоваться, ты понимаешь, рано, потому что тут одна победа, 10 проигрышей. Обычно у меня так. Тем более против психа капусты. Да, этот псих. Самый что ни на есть. Так, он у нас тоже такой хитрожопый. Он специализируется на этих, на двойных ударах. Это я тебе могу точно сказать, что он специализируется на двойных ударах. Именно на этих банановых драконах и так далее. Так что тут, наверное, будет фейл. Ладно, не будем загадывать, посмотрим. Единственное, что у меня, конечно, рука желала бы, конечно, лучшего на самом деле. Сам видишь, что мне тут досталось. Так, Бонг чуть-чуть задумался. Слишком долго думает, кстати. Да ладно, выключился, что ли? Нет, ребят, проснулся, созрел. Сейчас будем смотреть. Так, вытягивает две карты. Это, конечно, не очень хорошо, ребят. Не очень хорошо, что он вытягивает две карты. Угу. Так, спортсменчик у меня, да? Оу. Вот как ты решил. Давай я вот так сделаю. Кого он там хочет поставить, я не знаю. Сейчас посмотрим. Так, а я никого не буду пока ставить. Если что, ребят. Ага, вот кто. Ну что же, уничтожаем его, да? Сразу же. Замечательно. Так, далее что? А далее что нам сделать-то лучше? Я просто не знаю, кто там у него находится, кто стоит. Ну, я думаю, сделать нужно мне вот так. Сейчас мы посмотрим. Вот что, ё-моё, он его еще и прокачает. Ну, ребят, понятное дело, да? Сейчас он в защиту. Так, это я пока трогать не буду. Угу. Так. Ну, здесь у нас только один вариант с тобой. Вот так вот. Чпок. И убрать его. Ну и смотрите, я говорю, что на двойных ударах Бонг Чой обычно специализируется. И он начал это все. Куда ты его двигаешь? Странно. Что-то хочет сделать. Ага, но этого мы уберем с тобой сейчас. Эти ребята здесь быть не должны. Так, прекрасно. Давай я сделаю, наверное, вот так вот. Он же псих. Кулаками будет махать, да? Как всегда. Вот так вот сделай, посмотрим. Опять перемещает. Так, уничтожать надгробие. Сумоисту минус, да? Что там еще? Ага. Вот так вот он. Поехали.
О, хорошо, что Йети мне достался, друзья мои. Давай-ка я, наверное, вот сюда его поставлю. Угу. Ну и, наверное, вот так вот. Чё-то он тут набрал всяких бананов, всякой ерунды, ты заметил? Хоть бы ему выпала какая-нибудь ерунда. Так, ребят, серьезная какая-то карта ему досталась. За 6 маны. Интересно, что это за карта? Что это за карта ему досталась? Что я тут могу сделать? Давай, наверное, так сделаем с тобой. Ну и все пока, наверное. Смотри, что творит, а? Ну-ка, сколько ему дают? Еще 6-5. Что он там берет, блин? Что он там натыркал, скажи-ка мне на милость, а? Блин, у него еще эта фигня срабатывает, а? Еще и бонусную атаку делает. Так. Ну что же, погнали. Так, и, например, вот так. Пока все, ребят. И еще один клевер. Он запарил. Сколько клевер-то нахапал себе? Чепушило. Ну тут 4-5, ладно. Тут орех. Блин, не видно, сколько там. А, все, он ничего сделать не может больше, да? Так, мы с тобой захиливаемся. Поехали. Так, минус. Ну, 4 в лицо мы получаем, понятно. Слушай, у меня с картами-то большая проблема. Зомбобот. Давай я вот так сделаю. Как ты запарила со своими клеверами? Так, 9. Ага, здесь еще. Сработает? Я надеюсь на защиту, ребята. Да, она срабатывает. Прекрасно. Так. Ну и теперь, я не знаю, ребята, если у него там... Смотрим. Вот это попадос, друзья мои. Вот это попадос сейчас был. Прикинь, как он меня подставил. Да. Ну кто же знал, что у него это есть в руке? Я, например, этого даже и подумать не мог. А у него, оказывается, есть. И наверняка не одна штука была. Так, поехали дальше. Офигеть, просто убил и зомбобота, и призрака, который у меня там был на воде. Вот так вот. Ну что, ладно. Погнали. Так, подожди, вот это уберем. Опять псих, что ли, достался мне, ё-моё. Ну, поехали. Допустим. Пропускаем ход. Смотрим, что он там будет делать. Шипы свои ставит. Мы тогда вот так сделаем.
Так, сумоист. О, вызвал. Так, ребят. Куда бы его, блин, не хотелось бы на самом деле никуда его трогать, но придется сюда поставить и раздавить нафиг. Поехали. Так. И, блин, защита срабатывает, да? Срабатывает защита. Так, что мы делаем с тобой? Сделаем с тобой вот так тогда. Ну, понятное дело, сейчас прикрывает, да, все, поехали. Итого 4 хп, нужно нанести ему урона. Сделаем? Я думаю, сделаем. И это все? Зря ты, парень, так. Ой, зря, смотри. Слушай, а нам хватит ли нанести урон-то? Давай-ка я вот этого парня, например, уберу сюда. Вот так вот. А здесь сделаем вот так. Все, он сдался. Ну вот так вот мы с тобой и будем топтаться с места на место, ребята. Я на этой 33-й лиге как завис. И не могу с нее тронуться. Причем про растения я вообще молчу. За них у меня вообще не получается здесь на высоких рангах играть. Хотя можно попробовать, в принципе. Так, по-моему, нормуль. Здесь неплохо. Поехали. Первого хода нету. Он наносит сразу 5 в лицо мне. Нормуль. Прилетело, так скажем, да? Я пока ничего не буду ставить. Ага, вот как он. Ну что, здесь, понятное дело, мы поставим с тобой вот этого вот. Слушай, заморозка. Я надеюсь, это не тот парень, который будет замораживать сейчас. Ну, на заморозках. Горохострел на заморозках. Зеленая тень, да? Нет, наверное, не он. А может быть он? Давай так вот сделаем с тобой. Поехали. Пумс. Защита сработала, да? Мы с тобой сделаем вот так. Угу. Дальше мы с тобой сделаем таким вот образом. По-моему, это заморозки, ребята. Я не верю, чтобы он просто так взял с собой в колоду ледяного горохострела. Сейчас, если у него появится перец или... О, как. Так, ну что мы с тобой можем сделать? Вот этого голубчика сюда перенести, да? Сами залечиться. Поехали. Так, что, наносим урон сюда, да? Ну да. Или как лучше сделать? Наверное, все-таки нанести урон. Пум-пум-пум, да. Я так и думал, ребята. Почему я так и думал, что у него все-таки будет заморозки, все дела. Этот, что у меня замороженный стоит до сих пор, не могу понять.
И он ведь на этом не успокоится, да? Конечно, нет, ребят. Так и будет продолжать морозить. Курица, ну-ка. Ой, ё-моё, арбуз. Ну что нам делать-то теперь, а? Встряли, что ли, из-за каких-то карт? Ладно. Так, ну что, этого, наверное, уничтожим? Или как нам лучше сделать? Наверное, мы с тобой сделаем вот так вот. Хорош пока. Ага. Заморозочка, понял. Так, ребят, вот этим занимаемся. Или подожди, или как, или кем лучше? Нет, лучше арбузом. Поехали. Так, что он там сейчас сделает? Этим сейчас займемся с помощью вот этой штуки, ребят. Че, рикошет случайного зомби? О, курицу, да, убрал мне. Так, этому нельзя, ребята, тут позволить разгуливаться. Так, что мы с тобой сделаем? Заморозка, все дела, да, у него будут. Это понятно, ребят. Тут 2 единицы, да? И здесь 2 единицы. Ну, погнали. Ответственный, конечно, момент. У меня нету... Блин, он замораживает. Слушай, ну тут уже, понятное дело, лучше получить 2 в лицо, да? Ах, вот он еще как делает. Уничтожаем. Погнали. Ага. Так, убираем этого хлыща отсюда. Фараон. А вот это хорошо, ребята. Фараон, это хорошо. Куда мы его поставим с тобой? Поставим сюда. Блин, фараона, наверное, могут заморозить и уничтожить. Рикошет. Здоровски просто, ребят. Просто, блин, великолепно. Ну все, тут крышка, ребят. Рикошет у него, да? Че за непруха-то такая, а, ребят? Смотри, специально сидел, выжидал, да? Блин, и зомбобота нету, который мне нужен зомбобот, чтобы атаковать. Его нету, он не выпадает мне, понимаешь? Потому что эта чертова карта всего одна у меня. Если бы их было 4 у меня в руке. Дебилизм, блин. Давай попробуем этим сыграть, разгромом. Да чушь это все, ребят. Ни бомбы, ничего не выпадало вообще. У меня хоть бомба есть, кстати, подожди-ка. Секунду. Дай-ка хоть гляну ты. Так. У меня есть вот эта вот, а бомба? Какая-нибудь уничтожительная есть? Нету?
Че это у меня тут столько всяких этих-то? Так, а что у тебя изменить? Что там у тебя новенького? Я думаю, что вот это вот будет лишним. Вот этот гаргантюа, наверное, тоже будет лишним. 5 энергии стоит. Но, ребят, извините, лучше 5 энергии иногда, да, потратить. Давай вот этого, наверное, еще добавим. А уберем отсюда вот этого. Так, мне здесь нужен... Так, этого, наверное, оставим. Вот этого уберем, в принципе, да? И возьмем, наверное, вот этот вот флакончик. А, у меня уже есть один. Тогда вот эту вот добавим. 2. Ландшафта у нас с тобой 2. Ну, пока все, ребят, как-то вот так вот. Зачем вот эти вот танцоры всякие вот эти вот? Они мне нафиг не нужны, ребят. Вот этого есть смысл, наверное, добавить, да? Что еще тут можно? Да и все, наверное. Этим я вообще не успеваю воспользоваться, если честно. Вот этим вот гаргантюа. Так что, поехали. У меня, видишь, у них есть массовые атаки у растений, да? Например, там бомба, которая уничтожает все зомби и растения на земле. Потом вот это вот, которое уничтожает все растения, которые или зомби свыше 5. Почему у них нету? У нас есть только кровавая луна, которой у меня и то нету, ребят. Была бы хотя бы она, но ее нету. Так, опять орех. Сразу же размещает стен орех. Окей. Раздавим его тогда. Так, погнали. Что, он сейчас опять орех какой-нибудь выставит? Это опять, мне кажется, орех в доспехах, который специализируется именно на отхилах. Мне так кажется. Ну да, скорее всего, это он и есть, ребят. На отхилах. Когда мне нужен ландшафт, ты фиг его получишь, верно? Он сейчас... Ну, я так и думал, что он поставит. Ну что, ребята, будем уничтожать его, что делать? Да хоть ты запрокачивайся его. Да, давай так сделаем. Но... Да, жалко, конечно, не успел ничего сделать. Погиб смертью храбрых, так скажем. 4-4. Ну и что нам сделать? У меня опять ничего нету. Рука трындец просто. Я так и думал, ребят, ну, о чем тут можно говорить? Вот так вот. Пускай единичка у него будет. Так, ну что дальше? Дальше все просто, да? Что он там будет, захиливаться, да? Оу. Ого. Так, слушай, ребята, мне срочно нужен ландшафт. Угу. Просто срочновски. А где мне его взять только? Так, яблоко, да? Подсолнушки.
выставляет. Так, что делаем дальше? 7-7. Так, а что тут сделаешь? Тут только одно, вот так вот. Блин, где ландшафт мой, который мне нужен, блин? Хо-хо, поменял. Ну, давай, 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 давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Защита сработает. И все будет великолепно. Так, захиливаемся. Поехали. Жалко, этого, конечно, не уничтожим, а? Куча подсолнухов. Что он там хочет сделать, интересно, а? Опа-на, что у нас с тобой есть? А у нас с тобой есть вот такая штука. Ага, ага, ты понял, да? Я лично прекрасно понял, что он тут затеял, ребят. Ну что, естественно, делаем эту штуку. Понятное дело тут. Поехали. Так, раз, два. Что у него там, неуязвимка появляется, да? Угу, плюс 4 к здоровью. Вот даже как. И ставит еще сюда. И ставит еще сюда. Ладно. Что мы с собой можем здесь сделать? Давай я вот так вот поставлю. Угу. Ну, прокачал, да. Хильнулся, не спорю. Уничтожает зомби. Окей. Все? Поехали. Давай атаковать. Так, 5 в лицо сейчас. Итого 9 хп, да, остается? Плюс подсумок появляется здесь. И по карте мы берем. Трындец у меня, конечно, тут появилась. Слушай, я даже не знаю, что сделать. Ну, давай я вот сюда поставлю мумию. И все. Оу, стою, жду-то, елки-палки. Ты видишь, что творит, ребят? Опять 25, блин. Еще сейчас поставить сюда кого-нибудь, да? Вот уж лепок. Я так и думал, ребята, что что-нибудь в этом роде будет. Че я тут? Пропускаю ход, понятное дело. Тут ничего не сделаешь. Два подсолнуха. Так, мы с тобой сейчас кое-что заменяем. Так, мы, во-первых, ставим сюда. И вот сюда. Че, опять у него там бомба? Ага, сейчас поэтому попадет, да? О, даже как.
Даже вот так вот, ребята, делает. Посмотри. А мне здесь особо-то не развернуться. Поехали. Этот рад бы, но он ничего сделать не может. Прокачивается, давай. 1-4, делай. Пропускаем ход. Ох, ребята, сейчас я столько этих сделаю. Блин, это, конечно, тоже плохо. Но, тем не менее, я сейчас, знаешь, сколько сделаю этих? А поможет ли мне это? По идее, поможет. Ну что, поехали. Так, что у него там выпадает? Неуязвимость, да? Тю. Пошел ты отсюда, стоит там, на мозги мне капает просто. Достал уже. О-хо-хо-хо-хо. Че там? Герой становится неуязвимым, да? О, смотри, как он себя захиливает, а, ребята. Жестко. Плюс восстанавливает себе еще 4 единицы энергии. Ну что, хиляемся по полной программе тогда. Так, что мы с тобой сделаем? Вот этого выведем вот сюда. Поехали. Влупляем. Так. А, он же неуязвим, ё-моё, я совсем забыл. Угу, вот этот ландшафтик чертовой бабушки уберем сейчас. Так, я больше выставлять пока не буду. Ой-ой-ой, вот это вот опасно, ребята. Сейчас орехи еще у него тут появятся. Так, сейчас всех в один рядок, да? Соединим с тобой. Опа, и кукурузку он еще здесь поставил, прикинь. Ну что, мы с тобой сделаем вот так вот. Ты, поехали. А теперь-то что сделаем? Теперь сделаем с тобой вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасный типок. Все? Все на этом, да? Я так понимаю, на этом все. Поехали. Ну, пока. Да, да, ребята. Ничего ты не сделаешь против вируса, если ты его начал уже активировать. То он как вирус. Вот это бой был хороший. Длинный, долгий, но хороший, ребята. Ну что, давай еще, наверное, одну боевочку сыграем. Это так у нас с тобой. Вечерние поигрушки, скажем так. Я особо сегодня не хотел делать, но просто пока у меня там видосики готовятся, решил поиграть маленько. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это прям перебор какой-то.
Если честно, вот этот зомби, он не стоит 3 энергии. Только благодаря тому, что он вешает на себя вот этот щит неуязвимый. Если бы он был бы спортсменом или еще... Вот это вот, да, стоит, а эти... Так, началось. Угу. Я пока ничего не буду делать. Пошел отсюда. Четыре. Давай я вот так вот сделаю. У него наверняка есть горячка. Мне кажется, есть. Он ее сейчас поставит сюда. Нет, у него орех. Это очень странно. Так. Ну, давай вот так вот сделаем. Сейчас будет этого уничтожать. Всеми правдами и неправдами, да? Опачки. Орех, друзья мои. Сколько там? 4, да? Не пробьешь, гаденыш. Поехали. Жалко, он, конечно, не успеет сразу в короля, ой, в этого, в рыцаря. Так, что у нас тут? Ну, давай вот так вот сделаем. Арахис поставил, да? И тут арахис. Окей. Жалко короля, конечно. Так, что будем делать с тобой? Ну, давай здесь поставим так. Да, блин, даже не знаю, как-то нерезонно нам. Хотя, с другой стороны, почему нерезонно? Слушай, у него орехи, ребята, он что-то хочет на орехах сделать. И это факт. Возможно, поставить орех, который будет наносить урон, скорее всего. Опять он его сюда влепил, а? Ну и что дальше? У него сработает... О! О как! Сейчас защита сработает, да? Блин, а там горячка! А там горячка, и это будет плохо. О, наносит 3 единицы, но он не уничтожит. Пока. Все. Так, ну здесь, понятное дело, мы ставим вот так. Блин, подожди. Ну да, здесь поставим вот так. А тут сделаем вот так. Неплохо. Перемещает его даже. Я все равно его шаром раздавлю, ребят. Все равно его раздавлю шаром. Смотри, что делать, я достал. О, даже как. Опачки. Вот это да, вот это новости, ну-ка. Поехали. Так.
и сюда бомбим. Ну, отлично. А что, поставим этого тогда сюда? О! Прокачался. И все, по-моему, ребята. Все, ему крышка получается, да? Хотя, подожди, какая крышка-то? Нет, еще не крышка, ребята. Еще поживет и подергается он, кстати. Угу. Поживет и подергается. Ну, давай я вот так вот сделаю. И вот так. Да ты запарил, у него еще кокосовый этот король есть, оказывается. Так, хиляемся. Минус. Ну что, давай подумаем, посмотрим, что он сейчас сделает. Все, он ничего не сделает, ребят. Ну тут 3 единицы урона ему нанести. Ах ты, гаденыш. Ах ты, гаденыш ты этакий, да? Все, надеюсь, ты успокоился на этом. Поехали. Все, ребят. Все, наказали. Прописали. Маленечко, но приятно, ребят. Все равно приятно было. Конечно, тяжело на этом ранге играть, серьезно говорю. Так, у нас там никакого события нету. О, громкое событие. Ну-ка, давай посмотрим. Спортивная эволюция чемпиона с наживкой поможет вам сразить этих электрочердик. Как говорится, Нептусь пришел, победил бесенок. А, как говорит Нептусь, пришел, победил бесенок. Блин. Начинай. Подожди, а мы за кого играем-то? А, мы за Нептусь, получается, да? Ну, ё-моё, что это? Так, значит, мы играем с тобой спортивной колодой, получается, да? А он наверняка на грибах. Понятно. Ну, уже, ребята, у него старт офигенный начался. Мне единственное, что можно вот так вот только сделать, чтобы он не нанесли нам урон. Опять же, нечего сделать. Ну, спортивный, да, спортивный у нас. О-о-о, все, ребят, тут сколько получается? Еще пятерочка в лицо, да? Ну, видишь, мне не зашла, например, рука. Ну, что вот я тут сделаю? Ну, давай вот так вот. Чё, а что еще остается? Фигово дело. Это сейчас перейдет сюда, понятное дело. Итого мы получим еще 7 лицо. Хотя у нас сработает, наверное, блок. Должен, по идее, сработать, ребят. Что у Нептуси здесь? 3-2. Выставляем осьминога. Пускай он тут наяривает. Тынц. Вот клубника, это плохо, ребят. Что нам сделать? Думаю, пока вот так вот. Посмотрим, что он там выставит сейчас. Понятно. Ягоду. Но почему-то я не удивлен этому, друзья. Хорошо, они атаковать не смогут, да? Так. Где мой хил? Скажи мне на милость, где мой хил? Так, если я здесь поставлю 4 плюс 1, да? За надгробие смогу спрятать? Посмотрим, что он там будет сейчас делать. Ой-ой-ой-ой, черника, ребята.
Вот куда она звезданет? Фиг его знает. Да. Ну, погнали. А что делать, ребят? Надо было вот это, вот здесь, наверное, прятать все-таки нам. В кого ударит? А, так она не убивает. Ёлки-палки. Слушай, ну если мы под защитой бессмертны, то это круто. Тогда я сделаю, пожалуй, вот так. И вот так. У него 6 энергии, он что-то... Такое ощущение, как будто я играю не с ботом, а с реальным каким-то игроком. Так, он все заставил себе, я смотрю, да? Ты гляди. Ребят, вы хотите сказать, что... Ого. Смелый был поступок, на самом деле, очень смелый. А почему он такой уверенный, а? Объясни ко мне на милость. А смысл мне прятать в надгробии? Нету никакого, ребят, смысла. В кого он бомбанет сейчас? В меня. Давай поиграем. Не, ребят, сейчас уже все. Ну никак просто. Так, ну что у него там? Так, мы прокачались. Этот сколько там наносит? Уничтожает всех растений 2 и ниже. Но это пятерка. Давай я, наверное, вот так вот сделаю. Просто посмотрим. У меня всего лишь 3 энергии. Что я могу сделать? Началось, да? Давай-давай, иди сюда. Эть, мы еще и прокачаемся чуть-чуть. Ага. Вот это плохо. Офигел, да? Просто, друзья мои, офигел. Выкидываем его отсюда нафиг. Так, ну что, погнали? Пиу. Так. Что там у тебя? Гриб подосиновик, да? Ну и что нам остается здесь сделать? Вот так вот, наверное, поставить. И все? Ага, ежевичка, куда она там? Куда? Иди сюда. Нет, это бесполезно. Твои виноградинки здесь не прокатят. Все, ребят. Даже ставить ничего не хочу и не буду. Поехали, в лицо. На. Колпак ночной. Друзья мои, отлично, отлично сыграли. Соточку билетов получили. Плюс еще 3. О, так мы сейчас с тобой. Ну да, я получаю вот это вот. Как он там? Надгробие читатель? Я уже не помню. Блин, вот у меня вот 7 побед. Как их сделать, ребят? Ни разу не получается. Вроде бы каждый день заходишь, поигрываешь. Но вот чтобы до пака дойти, у меня не получалось. Так, ну все, все. Закругляемся. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.